вы кто? Диагноз! Понял! Наш герой был неотразим в своем безупречном черном плаще и шикарной шляпе. Он шагнул в бездну, во врата ада, развершиеся под его стройными ногами. Он решительно бросился в бездонную пропасть, поглотившую его, как пасть огромного чудовища. Заметно скользнул по коридору, чтобы через минуту уверенным жестом разорвать провода, который из проводков откроет герою путь к победе. Красный или синий? Конечно же. Красный. Своими сильными руками он решительно разомкнул красный проводок, напомнивший ему красные бикини мадам Н. Покидая место своего подвига, он, как всегда, повязал вызывающе красную ленточку на самом видном месте и небрежно бросил горящую спичку. Так с этого и надо было начинать. Сколько тебе лет, Туки? Подожди, не сбивай. Ба, скажи, сколько стоит? Или стоило 115? Отстань от меня, посмотрим, Кирилл. Так, салаты надо. К празднику. Готовитесь? Что ж, позвольте. На первое. Ничего. Иди, знаешь что, куда? Дверь иди открой! Добрый день, вам букет. Мне? Это, наверное, мне. Точно. А, это гонорар. Бабушке как раз на подарок. От кого это? Ну, просто маленький презент от заказчика. От продюсера. От продюсера? Понятно. А ленточку? Повязал, шеф. Гадом буду, повязал. Только я никак не просеку фишку с этими лентами. Идиот! С кем я связался? Как ты был мелким жуликом и тупым громилой, так им и остался. Да, шеф, точно. Идиот! Я хочу, чтобы преступление было высоким искусством. Чего? Не понял, шеф. Болван! Меня окружают идиоты! Понял. Молчи!
и слушай новый план. Они плыли в полной тишине по изогнутым каналам. Лодка неспешно несла отважных рыцарей плаща и кинжала к заветным сокровищам, спрятанным за высокими стенами, хорошо охраняемыми. Герой смело и решительно вошел в банк и никем не замеченный расследовал по коридорам замка к заветной комнате. В это время его подельники... Нет, лучше будет его соратники. О, Келлен Солян! Пардоньте! Его соратники открыли тайный люк. И лица их озарились сиянием сокровищ, накопленных веками. Бурлящий поток подхватил сокровища и принес им прямо в руки счастливых товарищей. Вскоре в помещении не осталось и следа от наших героев, и лишь вызывающая красная лента. Как же этот бантик-то вяжется? Вот оно искусство, как шеф учил. Okay, I'm ready. 5, 4, 3, 2, 1, jump! And jump! Сэр, осмелу заметить, что ваша горячность неоправдана. Через 3 минуты мы совершим посадку в парижском аэропорту. Вы уверены? Так точно, сэр. Окей. Так, что там у нас с новостями часа? Есть что? Да с новостями голяк какой-то. Курс валют, будто никто не знает, что-то про УДОИ, про какой-то банк в Париже. Ну как так голяк? Эфир через 2 минуты. Никита сейчас уже объявлять будет. Что там с банком? Уж да муть какая-то. В Париже из-за неожиданного подъема канализационных вод затоплен крупнейший банк Франции. Ну и ну. Вот уж отстой, так отстой. Ладно, новости отменяются. Скажи Никите, чтоб не прерывал свой эфир. Никит. Никита! 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 А теперь на радио минимум новости часа. Никит, ты чё, Daniel. Okay, I'm ready. Jump. Okay, here we go. Check right, check left. 3, 2, 1. Я чувствую, где-то здесь. Я Бонд! Ау! Я Джеймс Бонд! Я суперагент! Нет, ничего. Як! Я там, где опасность!
есть. Evidence. Got it. Compose yourself. Got it. Okay, this should do it. Right. Okay. Они щелкают банки, как орехи. Кстати, орехи. И следы заметают, сжигают и даже смывают. Парижский банк в дерьме утопили. Вах, вах. Это же особняк времен Людовика. О, мой. Ты лучше освежи в памяти, нет там у тебя мульонов-то припрятанных. А то плакали твои тайные вклады. О, все мое богатство. Это любимый внук. Мой Пьер. Да ты, походу, банкрот. Опять к лавке? От продюсера? Да, папа. От продюсера. От продюсера, значит. Кто там велосипед изобрел? Эти. Братья Люмьер, кажется. Ага, точно. Ноги бы поотрывал. Хотя они тоже братаны. Нет, чтоб по-человечески весла поставить. От Парижа 5000 по говну на весла? Не, братан, тут мотор надо. Боли в нижних конечностях? Отлично. Ампутация по методу... Нет, ну слушай, тут... $43,270,520. $43,270,520. Спил, болван, идиот! Сколько было? Ну, где-то миллионов. Идиоты! Вы это нам уже говорили, босс. Говорил и буду говорить! Загляните в свои души, спросите себя, чем пахнут деньги? Ой, фу, босс, деньги плохо пахнут. Вздор, они не пахнут ничем. От кого вы узнали великую тайну, что все деньги копятся в банках и сейфах? О, это вы нам объяснили. Босс, мы узрели истинный путь. Мы все поняли про эти банки и стали их грабить. Грабить, босс! Так идите и грабьте! 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 И идите! И идите! И... Не прикасайтесь ко мне! Открываем крышечку. Нет. Электрику к осмотру. Нет. У меня и инструменты все с собой имеются. Ай, нет, только не это. Я все-все скажу. Вот-вот-вот, все, что я знаю. Не торопись, милый, давай. Только медленно и очень подробно. Начинай, родной. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Так, первый... А, сейчас даже вот так. Первый подобный странный случай ограбления был зарегистрирован в Токийском международном банке. Нет, какой-то стати, какой-то там продюсер будет дарить цветы моей жене. Восьмью миллионами девятистами. Только назад? Ага. А
вот с этого места поподробнее. Как показывают свидетели, около японского ресторана замечена праворульная иномарка. И это еще. Праворульная иномарка. Не сработала новейшая японская сигнализация. Что они говорят? Повтори-ка. Новейшая японская сигнализация. И главное, никто не замечает, как они пробираются в банки. Просто ниндзя какие-то. Ниндзя. Мне нужно вдохновение. Покажи-ка мне Дункана. Дункана давай. Пожалуйста. Точно. Ниндзя. Японцы, мы скоро разбогатеем. Токио! У тебя что-то с животом, Пьер. Только честно скажи своей бабушке, не скрывай. Да не, просто наш деда, он в Японию свалил, в кипонки. Let's see. Very dark here. Check right. Check left. Всем бежать! Freeze, motherfuckers! Your hands on your head! Опять никого. Очень одиноко. Со своим инженерным мышлением смог бы попасть в здание, если, к примеру, забыл ключи. А, ну, в окно бы к тебе залез, дорогая. А если я живу высоко, как бы тогда? Тогда бы взлетел на крыльях любви. Ну, я серьезно. Мне для сценария нужно. Тогда вот так. Стойте с ним. Где деньги? Чё, ленточку забыл? Не, лёд. Ну, прицел, небось, сбился. Заряжай. 5, 4, 3, 2, 1. Вот сказал. Поехали. Ниндзя, ниндзя, слушай! Канавы или ямы? Какая-то яма. Набросились. Острогали близнецов, Япона, мать. Слушай, вот и ешь, 12. Где в этой Японии офис Якудзы? Алло, шеф. Говорите по одному, идиоты. Ну все, мы попали. Что? Я так и думал. Ничего нельзя им доверить. В окно, говорю, попали. Идиоты! А деньги? Чуть не забыли. Болваны. Чуть не забыли ленточку повязать. Алло? Алло, бабуль, радио привет. О, Никита. Сейчас твоя любимая песня будет. Включай радио сразу после новостей. О, мерси. Пока.
Леон! Отлично, отлично. Как наши запасы? Все, сейчас скажу. Растут наши запасы. Мы должны удвоить их к концу моего бессрочного пребывания. Конечно. На посту. Конечно. А что я говорил? Вот он, творческий подход. Мне сценарий пишет лучшая писательница. Свидетель. Тем более, что свидетельница, она не может... Она даже не догадывается, насколько реалистично мы воплощаем ее сценарий. Раз свидетель, он подонок тогда. Что с него взять? Все, она подкупленная, тварь. Единственной уликой оказалась найденная на месте красная ленточка. Преступники проникли в здание через окно 10-го этажа. По мнению представителей Скотланд-Ярда, они использовали катапульту или какое-то аналогичное устройство. Что? Катапульта? Тогда вот так. Боже, я и не подозревал. Моя Клава... Сказали Визин, ты разбился, режь свои портреты.